новый, интересный. Клуб суперкниги. Забавы, игры, танцы, песни. В клубе суперкниги. Друзей ты новых встретишь тут. Тебе помогут и поймут. Веселый, дружный суперклуб. Он твой хороший, верный друг. Твои любимые герои. Желаю встретиться с тобой. Тогда рад, без тебя мы ждем. Чудесное время проведем. Всем. Представляете, ребята, не успел прийти. Какой сюрприз. Какой-то сбой в системе. Я не могу принять сигнал о помощи. О! Кажется, заработало. Не спеши радоваться, жестянка! Это я отравил твой комп своими вирусами, и они заблокировали прием сигнала о помощи. Так что ни мальчишки, ни девчонки больше не выйдут с тобой на связь. Ха-ха-ха! То-то девки удивятся, куда пропал их неутомимый друг, а друг их больше не слышит. Ха-ха-ха! Но это мы еще посмотрим. Этот наглый вирус не в курсе, что выход есть всегда. Свяжемся с нашими разведчиками по рации. Прием, прием. Я центральный. Прием. Разведчик Пантера на связи. Обнаружена проблема. Поссорились два друга. Еще неделю назад Петя и Валера были не разлей вода, но Валерка не на шутку увлекся компьютерными играми. И дружбе пришел конец. Вот как это все вышло. Петя принимает участие в турнире по шахматам. Солидная штука, между прочим. Приз на звание чемпиона города. И Петя попросил друга поддержать его на этом турнире. Поболеть, как говорится. И что ответил Валера? Да ты чего, Петька? У меня комп новый. Мне такие игры загрузили. Куда там твоим шахматам? Так что сам свои пешки строй без меня. Петя сейчас ждет начала турнира. Он очень разочарован. В таком состоянии у него практически нет шансов выиграть хотя бы одну партию в шахматы. Робик, пора вмешаться. До связи. Ну и дела! Конечно, компьютер – штука полезная и удобная, но я ни за что бы не променял живого друга на кучу железа. Тем более, что эта куча может подвести в любой момент. А вот друг подводить не должен. Пора вызывать спасателей. Слушаю. Вызов принят. Слушаю. Робич, слушай, тут такое дело. Мне тут игру на день дали. Прости, конечно, но, может, перенесем встречу на завтра, а? Конец связи. Ху! Ха! Это
вот чего дежурного пора показать, где раки зимуют. Это как? А вот так. Круто, круто. Но, пожалуй, Чипу мы ничего показывать не будем. Он сделал свой выбор. Хотя, конечно, в этом деле его помощь была бы очень кстати. Он, как и Валерка, разбирается в этих компьютерных играх и мог бы подсказать, как Валеру отвлечь. Ничего, обойдемся. Даже вдвоем мы уже команда. О, ну, в таком случае, спасатели, за дело! Она вышла в таком волшебном платье. Она была такая зачарована. Он ее так кружил, так долго и тщательно. Подождите, вот, он ее взял на руки и кружил, кружил, подкидывал, еще ловил придачу. Так здорово было, Сонечка, так здорово кружились. А где Валера? В школе. Валеркины друзья пришли. Вот, так это вот Сонечка Пыра. Стоп. Учебники в почтовом ящике? Посмотрим-ка. Валера не в школе. Ну что ж, найдем его по отпечаткам. Пока-пока.
надо этому капюшону показать. Драки зимуют. Кажется, ты это уже предлагала, Флешечка. Ой, правда. Прости, Робик. Я опять погорячилась. Просто время уходит, а я не знаю, что делать. Вспомни главное правило спасателя. Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги. Введите свой вопрос. Кто настоящий друг? Ответ готов. Выберите формат ответа. История начинается, как водится. Для начала стоит познакомиться. Вот Давид, он у царя Саула служит. Сын царя Иоаннафан с Давидом очень дружит. Вот, говорит, знак нашей дружбы. Подарок хочу тебе сделать нужный. Царский плащ, пояс и меч в придачу. Мы теперь друзья навек, однозначно. Дружба как река, широка и глубока. Отправляйся вместе с другом. Вместе вы отважны. Настоящий друг не даст тебе с пути свернуть. Царь Саул вот хитрый, не подавал виду, что завидует успешному Давиду. Задумал его, словно мух извести. Как теперь Давиду жизнь свою спасти? Не бойся, Давид, ведь друг верный рядом. Бежать тебе от царя, говорит, надо. А я за тебя заступиться попробую. Милость у царя попрошу особую. Дружба как река, широка и глубока. Отправляйся вместе с другом в путь. Вместе вам не страшно, вместе вы отважны. Настоящий друг не даст тебе с пути. Друзья так и сделали, остались преданными и смелыми. Отличный пример дружбы предложили, чтоб мы друзей не бросали и не подводили. Дружба как река, широка и глубока. Отправляйся вместе с другом в путь. Вместе вам не страшно, вместе вы отважны. Настоящий друг даст тебе с пути сверху. Дружба как река, широка и глубока. Отправляйся вместе с другом в путь. Вместе вам не страшно, вместе вы отважны. Настоящий друг не даст тебе с пути свернуть. Друг, как брат, явится во время несчастья. Вот мой совет. Именно в испытаниях дружба проверяется на прочность. Поэтому настоящий друг тот, кто всегда готов поддержать товарища и словом, и делом. Робик, если Валерка настоящий друг, он должен пойти и поддержать Петю на турнире. Абсолютно согласен. Валера должен сделать свой выбор. Или Петя, или компьютер. Только вот как оторвать его от этого компьютера, я пока не знаю. Я тоже. Я знаю. Простите меня, я бросил вас в трудный момент, но я хочу исправить свою ошибку. Честно. Интересно. Как? Вот, я придумал игру. Ой, не надо, это игра. Помочь другу. С ее помощью мы привлечем внимание Валера к Пете. Слушай, классная идея. Супер. Классная идея. Молодец. Молодец, Сип. Я был в тебе уверен. А я, кажется, знаю, как нейтрализовать этого... Капюшона. Спасатели, за дело!
состоит в том, чтобы помочь другу выиграть турнир по шахматам. Для этого необходимо в самом начале сделать правильный выбор хода. Валерка, будь другом. Мне нужна твоя поддержка. По-моему, отличный повод. Ребята, никогда не оставляйте своих друзей в беде. Вы можете помогать им точно так же, как спасатели. Главное, помнить совет суперкниги. Настоящий друг всегда придет на помощь. Напишите мне, как это правило помогло вам стать верными друзьями. А также не забывайте звонить мне и моим помощникам. Ну, пока. До новых приключений.